28-летняя Ксения Собчак сегодня празднует третий день рождения сына Платона. Журналистка вместе с именинником записала смешное видео для бывшего мужа, 47-летнего Максима Виторгана. Журналистка показала новый снимок с наследником. В кадре блондинка целует сына в лоб во время их летнего отдыха в Италии. Звезда нежно поздравила Платона с трехлетием. Супруга Константина Богомолова призналась, что с возрастом согласилась с мнением, что идеального мужчину можно не встретить, а родить самой. Правильно все-таки люди говорят, хочешь быть счастливым, сделай себе счастье сам. Сегодня 3 года, как источник счастья живет в моем доме, на постоянке, сообщила Ксения и поставила эмоджи с алым сердцем. Телеведущая сделала подарок и для отца мальчика. А она записала с Платоном милое видео для Максима Виторгана. В кадре именинник эмоционально читает стих в честь своего праздника. Наследник легендарной фамилии поблагодарил экс-возлюбленную за трогательный ролик. «Спасибо, Ксюша. Всем счастья и танцы!» — написал Максим. Ксения ответила ему взаимностью. «Тебе спасибо», — поделилась она. Юного наследника Собчак и Виторгана поздравили многие звездные друзья бывших супругов. Светлана Лобода сделала комплимент внешности мальчика. «Ксюша, пусть будет счастлив, красивый малыш», — умилилась певица. Внешнее сходство Платона и Ксении заметила Глюкоза. «Уф, как похож он на тебя!» «Платоша, с днем рождения», — высказалась Наталья Ионова. Последние дни Собчак приходится оправдываться в прессе за свою свадебную церемонию с Константином Богомоловым. Так, ее публично раскритиковал Никита Михалков. Заступился за любимую женщину и сам Богомолов. Режиссер заявил, что его восхитил откровенный танец, который исполнила для него невеста. Ксения строго контролирует жизнь супруга. Светская львица внимательно следит, чтобы был грамотно налаженный в семейный быт.